Я вас приветствую с центральной площади Брюсселя, которая называется Гранд Пляс. Очень родное для меня место, потому что это был 93-й год, один из самых запоминающихся наших первых, один из первых выездов с программой «Новые имена» в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. Мы приехали сюда совершенно юными шкедами и потрясли, можно сказать, не только натовских генералов, но и были очень много концертов здесь, и в Пале де Базар, знаменитом зале, и многое-многое чего еще. Поэтому для меня Брюссель всегда такое ностальгическое место, всегда здесь очень люблю бывать. Замечательная публика, замечательная атмосфера, здесь живут огромное количество знаменитых людей, очень любят Бельгию. Вот, наше сумасшествие продолжается. Каждый день мы меняем страны, залы, публику. В общем, декабрьское сумасшествие продолжается. Будем обязательно с вами на связи. Денис Мацуев из Брюсселя.